Приветствую вас, поскольку как минимум 4 года вам еще с этим мужчиной пересекаться, то, думаю, рекомендация будет именно такая. Попробуйте с ним поговорить все-таки. Просто попробуйте с ним наладить общение. Может быть, даже через соцсети, если вам так проще. Вам нужно сделать сейчас одну важную вещь. Размечать его образ, который вы сами себе идеализируете. Размечать его образ, увидеть в нем обычного человека. Вот, с вами достоинствами, с вами недостатками. Перестаньте обращать внимание только на его внешность, какой бы она ни была. И тогда, когда у вас это получится, вы сможете понять, что вы к этому человеку чувствуете. Вы будете лишены розовых очков. Вы будете лишены иллюзий. Вы будете лишены мечтаний, пустых надежд. Увидев этого человека с другой стороны, с реальной стороны, вы поймете, что, простите, вот перед вами есть мужчина, и вы понимаете, вы любите того, кто перед вами, или вы любите того, кто у вас в сознании. Если первое, то смело с этим мужчиной общаетесь, познавайте друг друга, узнавайте, притираетесь, может быть, даже ссорьтесь. Только так можно понять, что получится из ваших отношений. Если вы любите того, кого себе придумали, представили, то тогда это пройдет. Тогда просто не нужно делать ничего. Вы увидите, что тот, кого вы себе представляли, тот, кого вы любили, тот, о ком вы думали, он не существует. Его нет. Он существует только в вашем сознании. А значит, иллюзия. Такая же иллюзия, как и любой, допустим, сон или любая фантазия. Неуверенность у вас потому, что вы перестали чувствовать его симпатию, перестали чувствовать его стремление, скажем так, к вам. Теперь вам кажется, что вы упустили свой шанс. Из-за этого вы корите себя, из-за чего и появляется неуверенность. Соответственно, этого нужно обязательно это устранять путем выше озвученной рекомендации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам благодарен.